Ой, да Бурультинск от широт камень, ой, да над Бистраночкой стоит, ой, да над Бистраночкой стоит, да. Ой, да, мама, моё солнце городит. Ой, да, как со широкого камушка. Ой, да, коко испаренье понялось. Ой, да, испаренье то вода. Ой, да, мама, варит шерсо у него. Ой, да, Бурультинск от широт камень. Ой, да, стоит на лебежьих на ногах. Ой, да на лебежьих на ногах, да. Ой, да, мама, наши шеверных ветра. Ой, да, Бурультинск от широт камень. Ой, да, над Бистраночкой стоит. Этот камень, это вот отсюда можно его увидеть. Да, отсюда его можно увидеть. Он вот там, за рекой. Да, особенно, когда ясный, хороший день, его видно. Вошу по тамошней бане. Вот. И наши, ну, слагали, ну, конечно, и влюблялись, и ждали женихов. А оттуда... С наших мест этот камень с другой стороны виден. Вот. И он загораживает солнце-то. Потому что солнце, когда выходит от тыка, у нас его еще нет. И вот, ой, да бур, это напевание, опевание даже этой местности. Ой, да стоит на лебежьих, на ногах. Это как? Потому что когда мираж, эти... Как будто бы он приподнимается. Явление миража же, понятно? Вот, и он приподнимается. И вот это слова «Ой, да стоит на лебежьих на ногах». Потом «Ой, да мама, мое солнце городит». Вот потому что солнце у нас, ну, долго у нас не выходит. Это теперь оно стало выскакивать. А раньше его долго не было. Долго это была полярка очень долгая. Потом и мама моя, ну это уже как бы лирическая часть песни. Ой, да мама моя, шерсть болит. Ну, а возлюбленном песня. Ну вот так. А над Бистраночкой, потому что в том месте река дает поворот, и шибко такое быстрое течение, быстрое. И вот это называется Бистраночка. Бистер. Когда сильное течение, мы говорим Бистер.